Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Накануне в Доме народного творчества прошло чествование самых активных и амбициозных представителей тувинской молодежи. В частности, это те ребята, которые летом 2018 достойно себя проявили в молодежном форуме 2030. Одна из них – Анастасия Шевцова. Девушка представила на форуме проект своего спортивно-танцевального клуба. Говорит, что у начинающего предпринимателя на пути много преград, но добивается результатов тот, который имеет силу воли и, самое главное, любовь к своему детищу. Первый год, наверное, кто встречается с такими трудностями, они все отступают, затратив при этом немаленькую сумму денег и бросают все на полпути. Здесь же, мне кажется, нужно... У меня у самой такие мысли, что брошу-ка я все и пойду работать. Но нет, если есть цель, есть мечта, нужно к ней идти. Не бывает легкого пути. Напомним, что молодежный форум 2030 проходил в этом году в августе. Тогда на судкомиссии свои проекты представили около 300 молодых ребят. Оглядываясь на опыт прошлых лет, можно сказать, что проекты, которые проходят отбор, притворяются в жизнь в самые короткие сроки. Почему и как, нам рассказал Максим Тунев, заместитель председателя правительства Тувы. Команда Тувы форум, который проводится ежегодно, выявляет самые лучшие инициативы и самые реальные инициативы. Эти инициативы поддерживаются реальными деньгами. Глава республики Шалбан Валерьевич личностно приезжает, смотрит. Но самое главное, что выбор, кто же получит финансовую поддержку, происходит именно там. То есть сами ребята, сами участники, они тоже влияют на именно того, кто это будет получать эту поддержку. Дальше те ребята, которые получили, они реализуют на протяжении не такого большого количества времени. И реально через полгода, максимум год, мы видим этот результат. Самым достойным молодым уже предпринимателям на мероприятии были вручены гранты и дипломы. 21-летнему Кежику Кошкулаку и его команде вручили диплом. Как говорит молодой человек, проект его направлен на обучение монтажу, операторскому искусству школьников. Сначала мы расскажем о самом принципе работы камеры, потом уже расскажем о социальных роликах, как снимать, и уже перейдем к практике снимать, как монтировать. И в конец года, следующего года, выйдет примерно 20 социальных роликов. Стоит отметить, что в этом году форум «Команда Тувы 2030» перешагнул республиканский рубеж, привлек молодежь из соседних регионов республики Хакасия Красноярского края, тем самым приобрел статус межрегионального. Всего поступило 300 заявок, из которых отобрали 150 бизнес-проектов. Всего на поддержку проектов было выделено чуть более 2 миллионов рублей. С 1 октября этого года в Туве начал свою работу пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Напомним, ранее данный пункт находился в Ямало-Ненецком автономном округе. Ситуация изменилась, когда по решению Министерства обороны страны пункт начал свою работу уже на месте, то есть на базе военного комиссариата Тувы. Буквально за месяц в открывшийся пункт обратилось более 100 человек, желающих служить по контракту. Наша система пунктов отбора на службу по контракту создана в 2012 году. На тот момент их было порядка 60, по состоянию на 2018 год их уже более 80. Было принято решение руководством Министерства обороны Российской Федерации и командованием Центрального военного округа о создании на территории Республики Тыва пункта отбора на службу по контракту в городе Кызыл. Мы расположены по улице Баканская, дом 45. Свою деятельность мы начали с 1 октября 2018 года здесь. Уже на пункт отбора обратилось более 100 человек и заканчивают мероприятие отбора уже более 15. Стоит отметить, что большинство претендентов на контрактную службу хотят служить на территории Тувы, а именно в 55-й отдельной мотострелковой бригаде. Однако мест там практически нет, и поэтому так называемые будущие контрактники расширяют географию службы. Есть и такие молодые люди, которые хотят вернуться, где проходили срочную службу. Некоторые хотят попробовать себя в другой военной части. В первую очередь учитываем мы желание, конечно же, кандидата. Но так как у нас на территории республики расположена 55-я отдельная мотострелковая бригада, конечно, ребята все хотят служить там. Но постоянно сегодня процент укомплектованности данной бригады составляет уже 99%. Вот. Ну, помимо этого, в близлежащих населенных пунктах, как в Кемеровской области, в городе Юрга,
есть войсковые части, ребята тоже наши туда уходят. Ну и также, ну, в принципе, все ребята уходят служить на воинские части на территории Сибири в основном. Однако, как все знают, хотеть и мочь понятия разные, так как при отборе многие отсеиваются, кто по медицинским показателям, а кто-то не проходит квалификационный отбор. Также существуют и определенные показатели по возрасту, но самый главный критерий – это отсутствие судимости. Заявление, там, получается, или решат кабинет еще, напишешь там на заявление, у тебя отношения есть, ходатайство. Это, по-моему, одна из деревень, одна, скажу. Все хорошо. В большинстве служба по контракту нацелена на молодежь. Так, молодые люди с высшим и средним специальным образованием теперь уже могут выбрать либо срочная служба, или же по контракту идти. Ребят должна заинтересовать служба Министерства обороны, говорят сотрудники пункта. Ведь немаловажно и то, что много сделано в вооруженных силах сейчас по материальному обеспечению. Это хорошее общежитие, организация питания, также неплохое денежное довольствие и военная ипотека. Монгольская железнодорожная компания получила предварительную экономическую оценку на строительство 236-километровой железной дороги до границы с Тувой. Как говорят эксперты, этот маршрут может стать одним из самых быстрых и недорогих железнодорожных маршрутов, соединяющих северо-восточный Китай, Монголию, Россию и Европу. Компания Northern Railways получила предварительную экономическую оценку железнодорожного сообщения между монгольским горнодобывающим комплексом ОВО «Толгой» и пограничным переходом «Арцурь» на российско-монгольском границы. Стоит отметить, что компания является железнодорожной дочерней компанией Aspire Mining, которая фокусируется на развитии инфраструктуры железных дорог и стимулировании экономического развития в Монголии. Строительство этого участка потребует инвестиций в размере чуть более 581 миллионов долларов. Ожидается, что оно будет связано с планируемым развитием железных дорог в Туве и на юге России. Стоимость инвестиций соответствует предыдущему обзорному исследованию, проведенному в 2015 году. В документах также был включен ряд вариантов дальнейшей минимизации затрат на строительство. Напомним, что Северный железнодорожный коридор является совместной инициативой правительства Монголии, Китая и России. Также сообщается, что этот маршрут может стать одним из самых быстрых и недорогих железнодорожных маршрутов, соединяющих северо-восточный Китай, Монголию, Россию и Европу, улучшив региональную торговлю и принеся дополнительные экономические выгоды. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 42 копейки, евро 74 рубля 19 копеек. Кызыл, встречай! Гиббоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Красота притягивает взгляды и подарки. Купите новую шубу и выиграйте новый немецкий автомобиль. Белка, Вятские меха. С 26 октября по 1 ноября в ТЦ ЦУМ. Компания «Вятские меха Белка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. Со 2 по 7 ноября в ЦУМе. Не пропустите! Роскошные меха по доступным ценам. Цельная норка от 55 тысяч. С 30 октября по 4 ноября в ТЦ «Меридиан». Для любимого смартфона только оригинал. Сервисный центр «ПроСтоп». Это оригинальные аксессуары по сказочным ценам. Гарантия качества. Кочетова, 49, второй этаж. В Туве офицеры полиции осудили за рукоприкладство в отношении подчиненного. Как отмечается на официальном сайте прокуратуры Тувы, Саин Шамбул, занимая должность замначальника полиции Дзунхепчикского района Тувы, совершил рукоприкладство в отношении подчиненного, который возразил на его замечания о внешнем виде и нарушении формы одежды. Замначальника полиции на почве личных неприязненных отношений ударил своего сотрудника по шее несколько раз по груди. За свои действия, именно за превышение должностных полномочий с применением насилия, районный суд приговорил Саина Шамбула к 3 годам лишения свободы условно, а также лишил права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.
Компания «ТВ-Энерго» провела экскурсию для кызыльских школьников. В ходе экскурсии ученики 4 класса 15-го лицея столицы посетили подстанцию «Вавилинский». На подстанции школьники узнали о процессе производства, передачи и распределения электроэнергии и основных принципах его работы. Кроме того, на месте дети узнали, почему нельзя играть рядом с трансформаторными подстанциями и чем опасно электричество. Для того, чтобы безопасно работать, ну, в компании «ТВ-Энерго», например, очень много мероприятий соблюдают люди. И самое главное, то есть вам, как ну, нашим будущим, я надеюсь, энергетикам здесь будут, которые сидят, да, самое главное, запомните вот это, что его нельзя ни почувствовать, ни увидеть, ни услышать. Услышать, конечно, можно, но это на больших напряжениях, там 220 тысяч вольт и так далее. Поэтому он вот этим и опасен, поэтому... Убедительная просьба, когда вы играете рядом там, с какими-то трансформаторными подстанциями, ни в коем случае ни туда не приближайтесь, не подходите. Если видите открытая дверь, никогда туда не подходите, потому что это очень опасно. Как вы и говорили, есть случаи, которые могут просто-напросто погубить жизнь и здоровье человека. Далее ребята поехали в главный диспетчерский пункт компании «ТВ-Энерго». Там школьники познакомились с деятельностью энергокомпании, ее историей и перспективами развития, а также узнали о нюансах профессии энергетика. Также дети смогли наглядно увидеть, как функционирует современный диспетчерский центр управления сетями. Это у нас диспетчерская центр управления сетями. Вот этот большой телевизор, который у вас привел большой восторг, вот видите там маленькие квадратики, кругляшки и так далее. Это полная энергосистема Республики Тыва. То есть здесь диспетчер в реальном времени видит ту же подстанцию Вавилинскую, то есть когда что-то отключается и так далее. То есть здесь диспетчер ведет все режимные работы. На смене у нас два диспетчера, то есть вот это старший диспетчер, ну и младший диспетчер, можно так сказать. То есть они, эти люди отвечают за надежность и качество электроснабжения в ваших домах и так далее. Такие встречи крайне важны, так как они помогают закреплять знания ребята об энергетике, правилах электробезопасности и недопустимости игр вблизи энергоустановок, отмечают энергетики. Главная цель, которую преследовали сегодня сотрудники компании «ТВ-Энерго», это профилактика детского электротравматизма. Ведь особенно в период каникул хотелось бы еще раз напомнить нашим деткам, что электричество, оно является особо опасным. Оно не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. И дети, когда предоставлены сами себе, у них, естественно, появляется интерес, им хочется проникнуть в те места, куда запрещено проникать. Особенно интерес вызывает энергообъекты. И хотелось бы еще раз попросить взрослых и обратиться к детям, что энергообъекты – это не место для игр. Ваше здоровье – самое главное. Стоит отметить, что экскурсии для школьников и студентов энергетики проводят регулярно, поскольку такая форма общения с подрастающим поколением является самым эффективным. Ведь зачастую представление о том, как добывают электричество у детей, поверхностное, а вот знакомство с компанией изнутри мотивирует школьников на то, чтобы стремиться больше узнать об энергетике. 1 ноября Тува отметит День тувинского языка. В связи с этим по всей республике идут мероприятия и конкурсы, где каждый может принять участие. Эту дату социальные сети также не обошли стороной, так каждый пользователь интернета имел возможность, независимо от возраста и национальности, выразить свою любовь к тувинской литературе, прочитав произведения на тувинском и выложив это видео в интернет. К конкурсу стихов присоединилась и 5-летняя Анастасия Заводская. Завершающим мероприятием месячника тувинского языка станет третий республиканский форум «Тувинский язык. Достояние народа», который пройдет 1 ноября этого года в Доме народного творчества. Главная задача учреждения этой даты – это популяризация тувинского языка и сохранение развития литературного тувинского языка. Правильно подобранный фасон шубки выгодно подчеркнет достоинство вашей фигуры. Например, женщинам размера плюс лучше выбирать длинные модели, прямые или А-силуэт. А вот мех должен быть короткий, норка подойдет идеально. Девушкам с фигурой яблочко лучше предпочесть фасоны а-ля баттерфляй. Таких моделей сейчас в меховых коллекциях множество. Кстати, благодаря поперечному крою эти шубки визуально смотрятся богаче. А вот худышкам и высоким девушкам везет, им идет практически все. Какую бы модель вы ни выбрали, требуйте подтверждения качества.
Если мех российский, доверять можно, говорят эксперты. Наличие чипа – еще одна гарантия стоящей вещи. Ярмарка «Вятские меха» компании «Белка» – это большой выбор шуб «Норка», «Мутон», «Лиса», «Писец». Купить шубу можно без первоначального взноса и переплаты, с рассрочкой на 3 года. Кроме того, все покупатели становятся участниками большого розыгрыша немецкого автомобиля Volkswagen Polo, который состоится 12 января 2019 года. Купи шубу и выиграй автомобиль. Выставка «Вятские меха Белка» работает в Кызыле со 2 по 7 ноября 2018 года в торговом центре ЦУМ по адресу улица Тувинских Добровольцев, 22. Сделать женщину счастливой очень просто. Достаточно преподнести ей элегантное украшение для предстоящей зимы – шубу из натурального меха. Выставка продажи «Знатные меха» приглашает всех кызылчан и гостей столицы на большую ярмарку меховых изделий. Торговый центр «Меридиан» по улице Ленина, дом 50. Невероятный ассортимент. От такого выбора нетрудно и потерять голову. Более 1000 моделей шуб из норки, мутона, каракуля. От классики до авангарда есть и длинные, и укороченные модели, и шубы трансформеры от 38 до 70 размера, а также шикарные меховые аксессуары и головные уборы. Качество всех меховых изделий на выставке приятно удивит даже самого требовательного покупателя. Все шубы сертифицированы, и неспроста. Ведь качество, как уверяют производители, это первый и главный аргумент для совершения покупки. Цена проблемой не станет. Здесь любой товар можно приобрести в рассрочку или в кредит на оптимальных условиях. Перемерила очень много шуб, нашла шубу своей мечты, пойду оформлять ее в кредит. Для этого мне нужен только паспорт. Все доступно, все качественно и все с гарантией. На каждую шубу один год. Приходите, выставка продажи работает с 30 октября по 4 ноября. Торговый центр «Меридиан» на 2-м этаже. Ежедневно с 10 утра и до 19 часов вечера. Разгадать загадку и получить приз от радио обещают слушателям ведущие радиоквеста «Замес майонез». Где-то в городе они традиционно прячут приз и предлагают его найти с помощью загадки. Также условия – сказать кодовое слово. Узнаем, кто стал сегодня обладателем приза. «Замес майонез» – надо кричать, да, вроде бы? Да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Все-таки. Поздравляем вас. Сегодня магазин «Химтоп» на Юнакурседе 103-2 подарил победителю универсальное средство для уборки дома и упаковку концентрированного средства для мытья посуды. Завтра новый квест, а значит новый подарок. Слушайте радио «Голос Азии», участвуйте в розыгрышах с 13 до 14 часов. Займы под залог авто. Высокая оценка. Быстро и выгодно. Без справок о доходах и скрытых комиссий. 8 963 209 7000 ровно. По республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой умеренный снег, мокрый снег, днем в отдельных районах сильный снег. В Кызыле облачная погода с прояснениями, небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4, днем плюс 4, плюс 6. На дорогах местами гололедица. Займы под залог авто. Высокая оценка. Быстро и выгодно. Без справок о доходах и скрытых комиссий. 8 963 209 7000 ровно.